Всем привет, дорогие друзья! С вами мастерская Мастерок. Посылочка сегодня у нас обычная, но необычная. В хозяйстве пригодится. Вот такое вот крепление под две батарейки 18650. Сейчас достанем. Вот. Собственно, зачем оно мне нужно? Получилось так, что у меня завалялась целая куча разных аккумуляторов. И, собственно, повербанки каждый раз юзать не хочется, разбирать, собирать. И просто захотелось сделать себе автономную зарядку. Но у меня же есть платка заряда литий-ионных батарей. Поэтому сейчас мы с вами будем паять. Пока пауза. Итак, ребят, для пайки нам понадобится паяльник, олово флюс, собственно, сам наш держатель, платка заряда 18650, наверное, лепить ее буду на дно, может быть, фиг его знает, или сдохнет, ну, в общем, решим. Я возьму сразу хороший провод, у меня его завались от блока питания, и возьму двухсторонний скотч, чтобы не мудрить ничего. Ну, наверное, все-таки на бок поставлю вот здесь снизу, как он будет смотреться. В общем, что нам нужно для начала? Для начала нужно собственно, подготовить все. А, еще возьмем машинку для обчистки кабелей и откусывания. Ну, чтобы нам просто было удобнее. Но если у вас нету, можно это сделать по старинке ножичком. Итак, ребят, у нас получилась с вами вот такая вот петрушка. То есть мы запараллелили минусом и плюсом наши контактики. Теперь я все же, наверное, сделаю там, где минус. Вот так вот сбоку. Думаю, будет смотреться прикольно.
Итак, друзья, давайте проверим батарейки сразу с вами, в какой степени они разряжены. Это те батарейки, которые прислал нам Конус. 1,93 как бы в хлам разряжено. 0,61 еще больше разряжено. И 0,64. Вот эти две батарейки, думаю, можно будет спаровать. То есть, что мы делаем с вами? Мы с вами вставляем нашу батарейку одну и вторую. Дадим им немножко возможность разрядиться. Вот как бы идет разрядка одной батарейки и зарядка второй. 0,62-0,63 прыгает. Ну и как бы подключим с вами после того, как где-то полчасика они у нас совпадут по нашему напряжению. Получается, за счет чего? Та батарейка, на которой больше напряжения, даст, чтобы было в равной степени напряжения на обоих батарейках. И все. И мы с вами продолжим. Пока пауза. Итак, друзья, момент истины. Прошло около получаса. В принципе, этого достаточно. Мы с вами подключаем. И видим, что загорелся красный индикатор. И пошла зарядка. Батарейки у нас не горячие. Собственно, все нормально. Подошло сразу быстро до 1 ампера. Да, кстати, забыл сказать, по умолчанию в этих платах заряда литионных аккумуляторов установлен только ограничивающий резистор на 1 ампер. Мне как бы нужно как раз, то есть деление между этими двумя аккумуляторами как раз таки и будет по 500 миллиампер, как раз нормально. Здесь по 2200 емкость, то есть даже если одну батарейку одним ампером заряжать, тоже все будет с ней хорошо и нормально. Вот такие вот дела, народ. Всем спасибо за просмотр. Теперь вы увидели, как можно элементарно сэкономить деньги, себе по минимуму купить плату зарядки для литионных аккумуляторов уже и как бы собрать такой как кит, мини-кит наборчик. В общем, всем спасибо, всем пока. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!